Речь же идет о происшествии, которое произошло в Литве. Вот. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Активистов более или менее видных, которые что-то активно сами организовывают, и журналистов, ну, несколько тысяч человек, то, ну, сейчас несопоставимо количество нападений, которые есть, да, вот они могут организовывать там несколько таких отравлений или нападений в год.